Ну что, ребята, всем привет, с вами Литвин, и сегодня будет максимально короткий видос. Но я не знаю, насколько он получится, но он будет, надеюсь, интересным. Недавно на просторах интернета я наткнулся на такую штучку, такой видос, где какой-то мужик начинает в каком-то магазине, там, я не знаю, в каком-то магазине техники петь такую песню. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. И потихоньку с ним начинает включаться народ. И потом уже человек 40, 50, 60 в одном магазине начинают петь одну и ту же песню. И когда смотришь такой ролик, появляются прям мурашки. Я думаю, почему бы не проверить, возможно ли такую тему повторить. Сегодня будет у нас не смуглянка песня, а сегодня у нас будет песня какая, друзья? Катюша! Я начну. Расцветали яблони и груши. Песня короткая. Поэтому и видос, скорее всего, получится короткий, если у нас это получится сделать с первого раза. Но я надеюсь, получится, поэтому погнали. Нам надо сделать так, что типа вы просто прохожие люди, не подготовленные никто. А все наизусть, да, по-любому знают? Блин, я наизусть не знаю, вот в чем дело. Я пока что капюшон не снимаю, мы уже подошли на Красную площадь. Народу много. Я ожидал, что народу не так много будет, но сегодня... Ну, из-за холодных дней, из-за того, что холодные деньки, я думал, народу не так будет много. Ну вот наша банда уже, банда операторов. Я надеюсь, у нас получится смотивировать народ петь. Ну и, соответственно, надеюсь, что нас сегодня никто не примет в участок, а то будет не очень весело. Поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песня для девичья, ты лети за ясным звездом свет, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку родную, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю сбережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю сбережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Ну что, ребят, в принципе, получилось, задуманное получилось, как я вначале сказал, то, что получится короткий ролик. Геныч, на сколько? На минут 5-6, да, ролик? 5-6 минут максимум ролик, но он получился очень веселым. У нас получилось мотивировать петь абсолютно всех, собрать около нас большое количество людей. Очень круто получилось. Мне просто реально всю жизнь было интересно, сложно ли это сделать вообще. Музыканты вот так собирают.
сегодня мы сделали тоже такую крутую штуку, к тому же нашу песенку, нашу национальную песню. Это ж наша национальная песня. Наша национальная песня. Вот, поэтому, если вам понравилось это видео, ставим палец вверх. Если не понравилось, ставим все равно палец вверх. Потому что почему? Потому что других пальцев мы не имеем. Очень холодно. Голос сорвали, языка заплекается. С вами был Литвин. Пока.